Тем временем Павла Ануфриева поместили под домашний арест. Мера пресечения в отношении ИО министра развития, предпринимательства и торговли была избрана сегодня. Под арестом Ануфриев будет находиться, пока идет следствие. Напомню, экс-чиновника обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Он уже дал признательные показания, сообщили в Следственном комитете. Ануфриев обвиняется в том, что, будучи главой департамента развития предпринимательства, еще в 2010-2011 годах, имея, скажем так, тесное знакомое отношение с руководителем фонда при поддержке малого предпринимательства в городе Вятские Поляны, дал указание директору указанного фонда перевести денежные средства, принадлежащие фонду в размере 1,2 миллиона рублей, по фиктивному договору оказания услуг на расчетный счет подконтрольной Ануфриеву фирмы.